животных, самки и двух детенышей, запечатлели автоматические камеры слежения. Их установили на высоте 2600 метров в одном из национальных парков Алматинской области. На записи видно, как животные подошли к камере очень близко и даже попытались ее обнюхать. Добавлю, к этому животному в Казахстане относятся с особым трепетом, поскольку оно занесено в Красную книгу. Также снежный барс изображен на гербе города Алматы и стал символом прошедших азиатских игр 2011 года.